Предприимчивых уроженцев одной из северокавказских республик, подозреваемых в вымогательстве и разбойных нападениях на водителей маршрутных такси, задержали в Санкт-Петербурге сотрудники полиции. Установлено, что злоумышленники брали деньги за предоставление стоянки для маршрутных автобусов на остановке общественного транспорта у станции метрополитена. Иногда силой отбирали у водителей дневную выручку или требовали с нее определенный процент. Во время обысков по местам проживания подозреваемых в участии в данных преступлениях сотрудники полиции изъяли большое количество травматического оружия, ножей, бейсбольных бит, а также несколько масок с прорезями для глаз. Также полицейские изъяли денежные средства, полученные в результате преступных нападений. Возбуждены уголовные дела. Все пятеро задержанных арестованы. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности членов преступной группы.